Мероприятия, посвященные 371-й годовщине Симбирско-Ульяновска, прошли вчера в областном центре. На главной сцене Соборной площади выступили государственный ансамбль песни и танца «Волга», хореографический коллектив «Дэнс Авеню», сборная по художественной гимнастике и спортивный клуб «Грация». Торжественная часть открытия праздника началась с выезда ульяновских байкеров. От имени губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, от имени правительства региона я от всей души поздравляю нас всех с праздником, с днем рождения нашего любимого Ульяновска. Это город с большой историей, с накопленным опытом и славными традициями. Сегодня наш город переживает важный этап своего развития. Мы любим город Ульяновск, и, наверное, самое главное богатство нашего города – это вы. Это люди, которые каждый день работают на благо города, на благо страны. В этот раз многие праздничные площадки были интерактивными. Можно было попробовать нарисовать картину, сфотографироваться, сидя в сене, попробовать слепить горшок из глины, посетить концерты и почитать произведения писателей и поэтов Симбирского края. Истории региона сегодня уделяется огромное внимание. День города оказался хорошим поводом представить работу по сохранению наследия предков. И мы сегодня впервые представляем наше новое издание «Города и поселения Ульяновской области», где это первый том энциклопедии, где об Ульяновске отдельная большая статья, и мы посчитали, что День города – это хороший момент для этого. Историю города в этот день можно было не только прочитать, но и прикоснуться к ней вживую. Реконструкторы из нашего и соседних регионов показали на улице Ленина, близ музея пожарной охраны, реконструкцию боев между красными и белыми частями за Симбирск. Сегодня на улице города очень интересное событие. Это реконструкция того периода, когда наши сражались с белочехами. Реконструкция тех событий, которые происходили 12 сентября. Мы о них помним, знаем, и это состоялось сегодня впервые. По мнению министра, подобные практики могут привлечь туристов не только из других регионов, но и стран. Доказательством ее слов служит то, что китайские гости с большим интересом наблюдали за происходящим, а после боя активно фотографировались с участниками реконструкции. Семья, история, традиции, ремесла и искусство – в день города нашлось место всем и всему. Не подвела даже погода – самая капризная участница народных гуляний города на семи ветрах. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.